Фонтан, кафе, парковка и, самое главное, обновленное здание театра с просторным фойе и зрительным залом на 300 мест. Такая красота в скором времени будет радовать не только ценителей высокого искусства, но и всех жителей республики. В здании ТЮЗа идет капитальный ремонт, событие которого ожидали давно, стало реальным благодаря национальному проекту «Культура». Мы переехали сюда, в это здание, со Слепцовской. Мы находились там с 94 по 99 год, 5 лет. И в 99 году уже распоряжением тогда Аушева Руслана нам передали это здание, и мы сюда переехали. С того момента мы ждем вот этой реконструкции. Более-менее, да, понятно, что это здание бывшего ДК. И под нужды театра оно, ну, абсолютно непригодно. Поэтому мы ждали тот, вот именно этот момент. К ремонту специалисты приступили еще прошлым летом. Сейчас рабочие заняты облицовкой второго этажа. Здесь уже проведены почти все необходимые коммуникации. Работа по монтажу вентиляционных систем на первом этаже и на втором этаже у нас закончена. У нас остался актовый зал. К строительным работам на объекте привлечены 6 бригад специалистов. Второй этаж у нас практически завершен. Отопление у нас уже полным ходом идет. Вентиляция уже закончена, электрика закончена, штукатурка закончена. Сейчас у нас ведутся по выравниванию полов. Как здесь заканчивается, здесь уже начнется косметический ремонт. И сразу мы спустимся на первый этаж. А на первом этаже, как закончим, и у нас останется благоустройство и все остальное. Располагаться в этом здании, как и прежде, будут коллективы театра юного зрителя и русского музыкально-драматического театра. Здесь отведут место и для работы 3 цехов по производству костюмов и декораций. Также Министерство культуры региона закупило дополнительное оборудование для театра. Поступит оно уже по окончанию ремонтных работ. Общий объем средств, выделенных на капитальный ремонт ТЮЗа, более 130 миллионов рублей. На втором этаже располагается административная вся часть театра. Частично здесь же еще находится и русский музыкально-драматический театр, и их помещение здесь, ну, тоже административная часть. Вся основная рабочая часть находится на первом этаже. В прилегающих около сцены или зрительного зала помещениях. Завершить все работы специалисты планируют до конца декабря 2021 года. Сзади меня сейчас находится вот эта площадка. Это специальная площадка, нами была продумана для летнего кафе, чтобы детишки могли после спектакля, перед спектаклем посидеть здесь, мороженое покушать там, коктейли, соки попить. Внутри здания тоже будет находиться большое кафе для них. Дальше будут гардероб и просторный холл того, что у нас, к сожалению, раньше не было. Вот мы сейчас счастливы, что будет просторное место, чтобы человек, который приходит в театр, он понимал, что он пришел в театр, а не в ДК. На период проведения капитального ремонта свои репетиции коллектив театра юного зрителя не прекращает. Сейчас они работают в Назране, в здании, в котором раньше находился Республиканское министерство культуры. К открытию здания ТЮЗа артисты обещают порадовать юных зрителей сразу несколькими премьерами. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.